Анапское отделение Федерации зимнего плавания существует всего год и за это время сплотило в своих рядах более 130 человек. Хотя мы молодая федерация, но мы заняли первое место на общероссийских соревнованиях по зимнему плаванию. Мы провели свой чемпионат, чемпионат по зимнему плаванию в Кубани. Вот. Также мы отмечали такие праздники, как День памяти подводника, на этом же месте был заплыв с венками. День Победы, также мы в Малой бухте делали заплыв с венками. Вот. А также проводили другие соревнования на призы и Анапы, и как регионы. Не обязательно спортсмены занимаются зимним плаванием. Среди маршей есть просто любители морских купаний. И они приводят на свои мероприятия уже своих детей и внуков. Мероприятие началось традиционно. Флаги России, Кубани, Морфлота и Андреевский проплыли в руках маршей несколько метров. Затем состоялся заплыв на призы Субсехской сельской администрации в трех группах среди мужчин, женщин и детей. Призы победителям вручала глава округа Валентина Корниенко и депутат законодательного собрания края Николай Иванюшкин. Вот так совместили полезное с приятным анапские маржи, которые оздоровляются и закаляются в чистых водах Черного моря на Анапском побережье круглый год. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.